50 методистов, педагогов-организаторов и культорганизаторов многопрофильных учреждений дополнительного образования детей и молодежи Брещины традиционно собрались в стенах Центра молодежного творчества, чтобы обменяться опытом работы, проанализировать волнующие темы и обсудить насущные вопросы. Сегодня очень важно, чтобы каждый ребенок нашел себе занятие по душе, в соответствии со своими способностями, запросами, возможностями, интересами. И при организации объединений по интересам учреждения очень активно и внимательно изучают запросы самих детей, родителей и в соответствии с этим организуют свою работу. Пристальное внимание сегодня на Брещине уделяется развитию системы дополнительного образования, максимальная профориентационная работа с подрастающим поколением, развитие допрофильной подготовки в регионе, организация свободного времени молодежи, планирование продуктивного и оптимального досуга ребят. Именно такие задачи интересуют специалистов сегодня. Заведующая отделом я работаю пятый год, и пятый год ежегодно нас собирают в Центре молодежного творчества в начале учебного года, чтобы осветить важнейшие вопросы нашей деятельности. На сегодняшнем семинаре мы надеемся получить вопросы по организации смотра конкурса детского творчества «Здравствуй, мир». Далее у нас будут очень интересные конкурсы «Твоя минута славы», выставка «Радужный калейдоскоп». Перед нами выступят представители Центра молодежного творчества, ну и ответят, конечно, на все самые наши животрепещущие вопросы. На семинаре участники рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности методических служб учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Среди них особенности организации образовательного процесса в 2016-2017 году, повышение качества образования, развитие профессиональной компетенции современного педагога. Сегодня в брестских учреждениях дополнительного образования осуществляется деятельность по 50 направлениям. Более 5000 юных брещан развивают свои творческие и интеллектуальные способности в кружках и секциях. Представители центров дополнительного образования детей и молодежи ждут новых учащихся.